74 мешка с отходами собрали волонтеры на городской набережной имени Фикрята Табеева. Особенностью очередного субботника явилось то, что мусор старательно сортировался. Бумагу и другие предметы складывали отдельно. К слову, набралось 26 пакетов с пластиковыми бутылками. Такие акции мы проводим примерно 1-2 раза в течение сезона. То есть у нас 3 субботника было летом. Осенью мы планируем еще 2 или 3 мероприятия. В конце субботника приезжает наша машина, собирает весь мусор, отвозим на базу для дальнейшей переработки, сортировки. Очистили волонтеры одну из живописных прибрежных зон – косу за дамбу, недалеко от городского пляжа. Многие люди отдыхают и за собой не убирают. А когда пляж чист, на нем отдыхать приятнее и купаться. Мы убрались везде, и теперь пляж чистый. Лилия Денисова, Алексей Шатунов, новости Татарстана. 25 лет в жизни города, в жизни каждого.